Компания Чики Мода, бренд Чики, коллекция «Черный бархат». В модном мероприятии приняли участие именитые дизайнеры Кыргызстана, такие как Чинара Мамаджакыпова, Мадина Топаева, Татьяна Лякина и многие другие. В состав жюри вошли как местные эксперты, так и за рубежа. В течение 3 дней будет проходить конкурс, по итогам которого победители, которые приняли участие в конкурсном показе дизайнеров, претендующих на номинацию «Модный бренд года», наградят, а также наградят участников конкурсной программы «The Next Fashion». И состоится конкурсный показ молодых дизайнеров, которые будут представлять нашу страну на международных профессиональных конкурсных проектах «Русский силуэт», «Дельфийские игры», «Fashion Bridge». Так и исполнительный директор Ассоциации фэшн-дизайнеров Кыргызстана Виталина Шевченко рассказала об особенностях нашей недели моды. Проект Fashion Week Кыргызстана направлен прежде всего на развитие творческого потенциала работников швейной индустрии и фэшн-индустрии. Наши дизайнеры, которые участвовали в проектах, они достойно представляли Кыргызстан на всех международных профессиональных проектах. И практически чем мы гордимся, все они нашли работу, все они устроились и работают в швейных компаниях Кыргызстана. И швейные компании сейчас завоевывают рынки Казахстана и России. Проект Fashion Week Кыргызстан направлен на развитие и поддержку творческой молодежи страны. Отметим, что неделя моды состоялась при поддержке Ассоциации предприятий легкой промышленности «Легпром», Ассоциации фэшн-дизайнеров. При этом будут проходить круглые столы с участием предпринимателей и государственных органов, на которых будут обсуждаться насущные проблемы текстильной промышленности и пути их решения. Так, президент Ассоциации «Легпром» Сапар Асанов рассказал о том, что обсудили в первый день недели моды. У нас была тематика такая, что как удержать швей, какие нужны социальные пакеты или там стимулы привлечения, подготовки кадров, качество подготовки кадров, сроки подготовки кадров и так далее, и так далее. И мы надеемся, что будет принято положительное, скажем, решение для того, чтобы дать еще дополнительный импульс развития нашего сектора еще не только по советскому пространству, еще выхода на мировые, как говорится, рынки. Ну, для этого есть все предпосылки, мы умеем работать, мы двигаемся, мы ошибаемся, но решаем данные вопросы. Без проблем не бывает, идем потихонечку. Отметим, что неделя моды призвана вывести всю швейную индустрию на новый уровень, улучшить квалификацию работников данной сферы. Отметим, что именитые дизайнеры демонстрируют свои новые коллекции. Так, дизайнер-модельер, основатель бренда Чики Мода Чинара Мамаджакыпова поделилась впечатлениями об участии в неделе моды. Сегодня наше долгожданное событие – неделя моды. Мы очень готовились к этому мероприятию и вложили много труда. Благодарна организаторам, спасибо большое за мероприятие. Я представляю коллекцию, которая называется «Черный бархат». Черный цвет – это классика, очень благородный цвет, и он подходит абсолютно всем. А бархат никогда не выходит из моды и всегда в тренде. Я работаю в этой сфере уже 15 лет, и мы открываем дом моды «Чики», где будут продаваться вещи нашего пошива. За последнее время в сфере фэшн-индустрии страны проявляется улучшение качества профессионального образования, положительная узнаваемость брендов Кыргызстан в сфере мирового профессионального сообщества, а также десятки дизайнеров, которые принимали участие в конкурсных программах, успешно работают в швейных компаниях Кыргызстана и за его пределами. Как отмечают организаторы мероприятия, неделя моды только положительно скажется на развитии легкой промышленности страны и всей индустрии в частности. Алина Хайдаршина, Нурдан Сергеев, Пирамида.